зато меня шевелим. Давайте вебку пошевелю. Блин, Рой не появляется. Я шевелю вебку, но Рой не появляется. Ура! The Mac от Cave. Звучит нам как мем. Да уж. Да, Литл, хотел стрим, вот и он. Кидай монетку. Бэк, селект. Бэк. Понятненько. 9 монет, поехали. Ну что ж, вторая мушхимисама. Так. Старт нажми. Интересно, ты еще за кого? Класс, может это ресет? Сделайте ресет. Давай, да. Блин, это было очень глупо. Это было очень глупо. Скажем, на первом же врага налетели. Я человек ресет. Отвечаю за все ресеты в этом мире. Хоть и ты фёрстрон, но дохнуть на первом враге это слишком зашкварно. Блин. Настолько хуйло, что ошибись. Причем синхронный, блин. Теперь уже должно быть все правильно. Ладно, я по крайней мере пока что. Блин, извини, я два взял. Раз, и по двум я взяла один, потому что... Вы взяли по одному. А, ну так, ну все, окей, мне просто шарапа. Старайтесь не спорить и уворачиваться. Хороший совет. Это последнее время мы действуем неосмотрительно. Да, у нас теперь продолжение тараканьего буллетхела давнего. Только на этот раз гоняем тараканов уже вдвоем и в первый раз после долгой пьянки. Таракана сама. Вспоминается какая-то манга про девочку-таракана. Мне говорят, ты слишком довольный, блин. Ты должен сделать такую кислую мину. Надо иголку и колоть себя, чтобы у тебя всегда было довольно лицо. Я вас гонять за лимоном. За лимоном? Да. Чё-то мне лок вообще убирать в игре не хочется, у чего-то обстоятельства. Ты офигел, что ли? Ты мандарин все сожрал. Теперь еще лимон хочешь? Но мандаринки же недостаточно кислые. Это жуки кричат? Да. Я не думаю, что жуки должны кричать. Да, я нажимала! Ладно, лови. А где у меня голос? Здесь. Лови, побирай. Какая она скоростная-то? Идет злой динозавр! Тревога! Я Пугачёву косплею. Отлично. Прости, Мель, но сегодня диета из насекомых отменяется. Бывает. Да за что тут стыдиться? Вдвоем экран трясет, роль поставили, но трясет. Я думаю, это тоже плохо, если бы роль тряс экран. Зачем вас трясет? Привет, гоп-стоппер! Гоп-стоппер, ты хули не пришел? Гоп-стоп! О! Пиво пил. Пиво пил, да. Так никто и не пришел разбить. Никто. Все, так не делать, а то паузу на геймпаде. Всем лень поднять задницу. Ну, на Аркаде как бы и паузы не было. Ну, мы могли представить такую виртуальную реальность, что мы играем в порт на боксе 360. Или в будущий порт на стиме. К сожалению. Инсайдерский фактор. Я шишал! Чё? Бери эмпауэр. Мне своей прокачки как бы достаточно. Я верю. Ну что, как это говорят? Не знаю, но вот именно... Это креста, именно в данной ситуации, это крестина шикарная. Я сейчас сам поиграл в год моды и слил год на первом уровне, так что...
Тут что-то не так. Переиграл я там разные другие игры, например. Secret Sword. Сколько еще? Не знаю, что плохо. Просто раз, честно говоря. Очень Машка. По имени Наташка с очками из Китая. Мне кажется, из-за перебора стакачка играет тормозит. Еще как. Да она же должна тормозить. К тому моменту, когда ты туда дошел, не потеряв фронта, прокачка должна быть гораздо слабее. Я думаю, игра тормозила за прокачку. Ну, я пока ни одной смерти не ловил, во всяком случае. А вот Риса взял аккаунт и полную прокачку. По этой причине игра тормозит настолько сильно. Грэд, хорошо. Надо играть без компов. Для ферстрана претензия неуместная. Почему надо? Это аркадный автомат. Ну я могу. Есть деньги, играешь. Но ощутимо я скажу, что из-за тормозов пока игра ощущается легче оригинала. Да уж. Блин, поймал. Маслину поймал. Причем обидно так поймал. Я бы стала тебе разбирать больше. Да кто? На Кракена похож. Хотя в такой куче кнопки их разберешь. Проблема в том, что из-за максимальной прокачки все боссы будут быстро выкидываться. Самый раз. Да, съезжаем сегодня. Где? А Гопстопер пишет. Завтра бабу на работу провожать надо, так что извини никуда идти. Жесть. С родичами посрался и зафил, ну ты даешь. Гопстопер, что ли? Да. Раздолбай. Так, блин, если бы посрался, то было наоборот все заедет. Да, мы как раз бы помогли. Да, тут бы роль мог болезнь тоже подраться. Это уж точно. Значит, комфорт отлично почищает мозги. Это очень прикол такой, не все пойдут. Еще все-таки не будем забывать, что оба игрока клавиатурщика заявлены. Я не просто говорю, я любитель, это болезнь. Потому что здесь того. На самом деле с такой-то крестовиной играть на этом геймпаде в данмапу можно, я не испытываю затруднений. Все равно, я, например, на клавиатуре ни на какой не могу играть, даже на удобнейшем. На ресепшене или на курилке? Нет. Все-таки я забыл, что я не настолько привычен к геймпадам, поэтому я не могу так исполнять, как на клаве. На клаве я бы, конечно, от этого извернулся сильно. У меня клавиатура не удобная, ты не знаешь. О, а вот это музыка ремейк с 5 уровня оригинальной мышки не самая, если лишь. А я вообще первый раз, по-моему, использую бомбу. Ну вот зачем? Мог бы много раз спасти. Разных людей. Разных. Иисусу все равно спасает все. Ну нет. Здесь нафиг. Вот здесь просто нафиг. Потому что я сам стал в очень неудобной позиции. Кстати, Иисус-то так не объявлялся мне. Вообще даже не отписывался, у него так что-то стряслось.
То есть явно, что человек хрен знает где, потому что он написал бы хотя бы. И кто же ушел из запоя? Так, попробую вернуться. Нормально. При каких тормозах норм? Безумный. Он ты делаешь, здесь ты веришь как раз с тамошними хитбоксами. Не, реально попадать в момент, когда можно не двигаться. Реально попадается. Это из-за режима двойка не будет. А, у меня full power. Бери бомбу, у меня и так одна есть. Вот это его раздает. Прости, я не успела. Я сам виноват. Такой простой паттерн я должен был проходить. Нетушки, я рисковать не хочу. Видеобоссы в первый раз рисковать не хочется. Первая монета пошла. Что-то чувствую, сейчас будет очень больно. А, нет, он успел. Блин, сорян. Виноват я. У меня такое ощущение, что ты выживешь, ты не выживаешь. Я сам виноват. Так глупо вдохнуть не надо было. Вдвоем всегда сложнее. У нас по одной монете, я так полагаю, слепо. Да. О, найс. А мне еще и на умит записали. Потому это что... мне. А тебе? Я вообще. А вот я две жизни на этом на третьем уровне слил. Причем обе группы. Блин! Нетушки. Я от этого уворачиваться не хочу, не буду, не желаю. О, богомол! Лучше разделить. Ой! Я даже не видела. Она всегда из богомола вылезает, так что мы все готовы. Мне очень хорошо, как из богомола вышли. Я не убить, вылезать. Теперь видно, к слову, катался ли у меня вообще-то опшены самонаводящиеся? Ну, убить тоже. Посмотри на чисто. Самонаводка где у вас? Понятно. Вообще вот удобно. Вот эти жуки самонаводятся. Они сейчас играют в Black Wilderness, которая немного упрощена. В оригинале у каждого персонажа было по два шип-тайпа, а тут их как бы объединили. По-моему, стоит 10 миллионов. Ну, то есть надо больше часы без выйти проходить, чтобы получить тоже. Я даже не знаю, как... какой-то вид, а даже ориентировочный. Хотя, как тут разглядишь вид, когда надо от пули уворачиваться? Полосатим. Чтобы разглядеть, надо не стрелять. Сорин, кстати, очень простой, не могу рассказать. Зеленая циферка убивает врагов пулями. Синяя убивает врагов лазером. Все. Меняется за каждые 2000. Я придет удобно, как вы живете. А, у меня
еще одна жизнь, оказывается, была, я даже не... Вот у меня нет. Да, ну верно. Обидно только, что единственный пули на экране, вот в чем дело. Это моя прям излюбленная черта дальма. Прикрою. Как-нибудь так. Кстати, я кнопку с лока вообще не убираю, потому что... Да. Если чё, скажи бомбу кину, потому что нет, они нет. Нет, да ты. А, не за каждую 2000, не за 2000. Не важно. Эй! Я нажимал на кнопку. Я жужжал. Да. Я серьезно, я жужжал на бомбу. Я тоже. Вторая монета пришла. Ну, пока 4, я думаю, 4. Да, 4. Кто берет? Бери. Не знаю. Я сегодня зашибись. Уже вам думал, потому что что-то хотел. Я этого нет такого, не тяни. Солнце. Мороз еще мороз. Просто на море. Синхрона. Зима все. Вот еще хорошо, что друг с другом не перепутаешь вообще. Как сказать, я путаю. А я вообще не путаюсь. Настолько четко видно, кто из кто. А там вообще кто-то есть? Не, вот это, конечно, зря. Блин, кстати, очень знакомый босс, я считаю. Очень похож на второго. Из первой части. И паттерны даже почти те же. Поэтому ты и ругнулся, когда спустился в ту сторону, ибо я сразу понял, что он сделает, и... Ты не вончик будет. Музон зацените. Ага. Ой, что ты какая-то совсем женился? Ой! Ну ладно. Прости. А, у тебя все равно прокачка будет полная. Вообще не стоило. Нет, вот именно вот это такое. Именно вот с такой интонацией такое. Да. Это было в этом Гентейфу модель. Там? Там. Я помню, что оно и часто повторялось. Да. Да, что, да, да. Это именно там было. Я же не помню. Блин,
вообще красивый город на самом деле, очень красивый. Зачем же вы его занесли туда? О, китайский дракон! Ой. О. Причем по атаке он похож на скалопендру из первой части. Тут уже просто бумаг сейчас. Все-таки на улице холодно. Ух! Отскочил! По краю было. А я просто буду слышать, что это очень мало, так что я буду делать. Сейчас надо будет после этого мидбосса слева сбегать и уничтожить город. Без бомбы. Это вообще без проблем. Слева сверху вот. Ну сейчас там до какого-то места скорит. Не здесь, пока в курсе. А секретная жизнь тут спрятана, да? Ай-яй-яй! Вот она! Серьезно, что ли? Ну об этом надо знать, чтобы было, что ее туда выкинуть. Я не успела его там. Я думал, что она не летает по краю, она просто стоит. Я скажу так от себя, игра легче, чем оригинальная машина на 1.5. Легче. Даже последний легче, значит. Это прямо видно. Ну на одного это надо ощутить, на двоих это не так ощущается. Потому что пули летят на зону, то первый как раз, а второй. Из-за этого получается такой вот сбой. А на одного, когда все летит в тебя, и ты просто ворачиваешься налево-направо, становится видно, что в футаре паттерны менее комплексные, чем в оригинале. Ну я о чем и говорю, это видно на самом деле даже на двоих. Я ведь смотрю, куда противник, чего выпускает. То есть большинство паттернов это просто пули летят в тебя. Печально вообще, доктор. Ну это и касается оригинала, конечно. Нафиг, потому что
немножко. Это слишком быстро для первого раза. Я не считал, у кого сколько контов. По-моему, у нас по 4. Я прикидывал. Ну, все молодцы. Посмотрели на игру. Понимаешь? Господи, какая милота, конечно. Тебе наконец-то дали поиграть. То есть то, что мы там вне стрима кучу всего гоняли, не важно. Да фер странно, но двоих по 4 монеты это реально. Я сам первый раз Мушихими сам оригинально проходил именно так. 4 монеты отправил. Потом, когда все гоняли. Недорого. Как вам игра? Мне нравится. Классная. Попробуйте поставить на пол. О, а это призрак той самой погибшей. Того самого. Того самого. Говорят, я прям всем своей мимикой всем. Врагов уничтожаем. Потому что кто хреново взяли, легли спать, не знаю зачем. Вот хуже, тут нужен Xbox 360. Если там тоже на английском, это не факт. Зачем вам перевод? По-моему, по картинкам все понятно. Кончилось тем, что палку грядет в палку. Музыкальный инструмент грядет. О, все подземные, это прикольно. А у кого в итоге-то больше получилось за раз? По-моему, у меня тогда получается наилучший результат за одну монету. Всем спасибо. Всем пока. Да, фантазия, у тебя есть 360 и чё? Нет. То же самое, что мне выходило.